носить кольца как босс. Что означают разные пальцы? Мизинец. Этот палец отлично подходит для ярких, статусных колец. Так как оно находится с краю руки, то привлекает внимание. Многие канадские инженеры носят специальные кольца на мизинцах. Называется металлическое кольцо. Безымянный палец. На нем чаще всего носят обручальное кольцо. Скорее всего, это простое кольцо из серебра или золота. В западных странах обручальное кольцо носят на левой руке. Но в Восточной Европе его носят на правой руке. Средний палец. Редко когда можно увидеть кольцо на среднем пальце. Потому что большое кольцо на среднем пальце может отвлекать внимание от указательного пальца. Кольцо на этом пальце придает руке увесистость. Огонь! Указательный палец. Исторически на нем носились печати или семейные гербовые кольца. Это делает их отличным способом выделить класс или подчеркнуть братство. Кольцо на этом пальце означает силу и авторитетность. Большой палец. В Северной Америке это редкое явление – кольцо на большом пальце. По миру встречается множество разных культур, которые носят такие кольца. Обычно они обозначают достаток и влияние. Рекомендация. На большой палец, соответственно, надевать и большое кольцо. Для баланса. Когда носите много колец, то большой палец помогает распределить нагрузку внимания. Быстрые советы. Подбирайте одинаковые металлы. Может вам нравится золото или серебро? Старайтесь, чтобы все металлические аксессуары были одного цвета. Будьте внимательны с пропорциями. Если маленькие руки, то выбирайте кольца тоньше. Большие руки хорошо выглядят с более широкими кольцами. Соблюдайте гармонию. Не надевайте все ваши кольца на одну руку. Распределите ваши часы и кольца на обе руки. Чего вы ждете? Вперед, покажите всем ваши кольца!